Дорогие друзья, одно из обещаний, сделанное мной в предвыборную кампанию, было связано с тем, что я обещал вернуть былую славу Бельскому футбольному клубу «Заря». Поэтому 18 июля в 18:00 я вас приглашаю на центральный стадион города Бельцы на презентацию нового состава футбольного клуба «Заря», а также пройдет товарищеский матч между командами «Заря Белц» и командой «Буковина» города Черновцы. Я уверен, что вместе мы проведем время, и я уверен, что наша поддержка поможет бельской команде стать не только лидером среди команд, участвующих в чемпионате, в национальном чемпионате Республики Молдова по футболу, а также мы сможем вывести команду и на международный уровень. Сила в правде всегда вашей, Натус Атай. Спасибо.